Торжественным парадом на Кубани отметили 26-ю годовщину со дня принятия закона о реабилитации репрессированных народов. После молебна в храме Александра Невского казаки с троем прошли на Театральную площадь. Открыли парад атаман Кубанского казачьего войска и губернатор Краснодарского края. Наши деды и прадеды прошли испытания войной, кровью, безмолвием. Кубанское казачество возвратилось. Наше войско сегодня лучшее в стране. Вам снова доверили охранять границу, охранять наших детей, общественный порядок в наших городах, станицах и селах. На вас сегодня смотрит весь край. В ваших руках честное имя Кубанского казачьего войска, его слава и гордость. Братья-казаки, за плечами наших предков великое прошлое Кубани. За вашими плечами, в том числе и стоящих на этой площади, я уверен, не менее великое и ее будущее. Слава России! Слава Кубани! Слава кубанскому казачеству! Потенциал казаков, как патриотически настроенной части общества, огромен. Мы хотим и можем принести нашей стране еще больше пользы. Именно поэтому кубанское казачье войско вышло с инициативой создания казачьих подразделений в составе Росгвардии и казачьих воинских частей в системе Министерства обороны страны. Расширить наши возможности позволит и новый закон о развитии российского казачества, работа над проектом которого идет на Кубани полным ходом. Перед началом парада на Театральную площадь вынесли регалии Кубанского казачьего войска. Участие в празднованиях приняли казачьи общества из всех районов края. Приехали представители отдела из Карачаева-Черкесии. В строю также промаршировали воспитанники кадетских корпусов.